Хейо, гайз, с вами Шумик, и мы продолжаем проходить игру под названием The Evil Within Illusions, Dotsem. Так, я слышу большую группу зомбей. Я не думаю, что это хорошо. Плюс мы увидели новую версию Рувика. Ласли. Но не на нижнем этаже. Слышу звуки Рувика вот эти. Ну, поехали. Рувик пытается подчинить его. Может, я смогу помешать? Так, я понял. Здесь чисто место, где прятаться можно. Тихо-тихо-тихо, он еще не заметил меня. Откуда мне знать было, что тарелка лопнет, и он ко мне придет? Глупый западни. Окей. Но если он снова пойдет туда, куда и тогда шел, тогда его просто грохну с помощью топора. Давайте я сначала подожду, пока он немного хоть отойдет. Потому что мне кажется, тарелка хрустнет. Так, готово. Сколько их еще здесь? Заткнись, хватит.
Где зомби? Ясно, я фиг знает, где он. А вот он. Он моя оболочка. Я управляю им. Пофиг, до конца, до конца. Получилось. Ну ни хрена себе. Может, я смогу остановить Рувика? Так как я понимаю, зомбак тоже, да, исчез? Так, давайте тогда, где еще я видел бутылку здесь одну? Пускай будет. Серебро, серебро. Лесли! Лесли, где ты? Ладно. О, сейф. Чё по сейфу? Три цвета, да? Папочки? Нет. Принтер. Три. Что три? 13. А, ну да, 3. Три. 13. Ну и синий наугад. Окей, пятый фрагментик. Хоп. 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 Мюзик. О, киска. Ну, давай. Готово. Побежали далее. О.
Вчера я снова посетил поместье Викториано. Я возлагал на него большие надежды. Но оказалось, что этот сосуд выскребли до дна. Мёбиус забрал оттуда почти все ценное, когда мы сами взялись за исследование. Но, судя по записям Рубина, он работал над чем-то еще. Там были планы по строительству другого прототипа STEM. Данные об использовании рецепторов для беспроводной передачи мозговых сигналов пользователям без их ведома. По сути, это уже парапсихология, но если судить по чертежам и приведенным расчетам, такое действительно возможно. Как он собирался использовать подобное устройство? Есть лишь один способ выяснить это наверняка. Но такие эксперименты я должен проводить втайне от всех. Нельзя, чтобы они узнали. Иначе они у меня и это отберут. Так, что я хотел посмотреть еще? Ну, по идее, еще одно досье. Это досье личного дела, так? Это с первой DLC. Ну, две записки мы пропустили. Где они были, фиг их его знает. Так, ладно, здесь посуда, надо быть осторожным. Ползуны. Ладно. А куда ты идешь? Побежал за мной. Вчера ты наверх полезла. А, у меня аж бутылка есть, точнее. Так, хорошо, тебя ползали. Карточка, ключик, гостиница, престиж. Открывает там. Подожди, а... Пусть ползет.
Так, осталось только понять, а куда ключ использовать. Такой медленный, но когда слышит звуки, такой быстрый. Так, ну по сути мне больше ничего не надо. Стоп. А куда мне идти? Я немного не врубаюсь, куда мне идти. Вы что, гоните? У меня больше нету бутылок. Да? Я тупанул. Бутылки нету. Ладно, есть бутылка. Ой, я думал, он мою шопу заденет. А, повезло, что тут еще есть бутылка. Короче, как я понимаю, там дырка, да? Тогда да, мне где-то выгоднее кинуть в окно. Я понимаю, если я сейчас пойду здесь дзынкбит. Не верите? Ладно, повезло. Да.
Ладно. А? Что это было? Это Себастьян поехал на лифте и застрял. Все, я сделал все правильно? Так, сейчас, по идее, должны быть эти минированные. Боже мой, сколько же их? Одна картина. Ладно. Ух, блядь, там еще один. Дуй обратно, быстрей. Так, хорошо, я могу вот это, в принципе, грохнуть. Топором. Поджечь картину, когда тот уйдет. Думаю, хороший план. Кстати, бутылкам. О, они... А хотя он ко мне сюда не подойдет. Если что, вот так. Где же я? Где же я? Ладно, похер. Осталось понять, которого я убил. О, найс. Я создал этот мир. Так, и там нужна картина. И там надо картину офнуть.
Ты что-то неправильно сделал? Ну, походу, здесь нужно было топор использовать. Еще бы один топор. Ну это нормально. Но если я сразу к картине подойду и нажму сразу же, как он точно только начнет уходить от картины, тогда я смогу ее спалить. А, осталось дождаться. Ну что, я, в принципе, дождался, пока зомби сюда придет. Ты не сможешь меня удержать. Все. Зомби попадают или зомби будут еще живы? Ой, ё-моё, тут еще один. Блин, там что-то есть. Я хочу забрать то, что там. Ну ладно, подождем снова так же и пройдем. Просто я хочу узнать, что в той... на той кухне. Опа. Плюс топор. Это значит, я сейчас грохну вот этого чувака, который просто ходит туда-сюда. А тот пускай ходит. Мне кажется, он меня не заметит. Либо придется его закрыть на кухне, если вдруг прогреем. Ну, теперь ждем этого приятеля. Да, дамажит меня еще. Найс. Лесли, нет. Пожалуйста, не надо. Все хорошо. Теперь все будет хорошо. Надеюсь. Опасно. Скорее, сюда! Ну, ладно.
О, сейф. Блять. А, уже, да, все минус. Быть. Орочка. Сейчас я с тобой погуляюсь. Подожди уже. Все. Кончено. Ну давайте, ладно, уже в следующей серии узнаем, все кончено или нет. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока. О, подождите. Лети. Не, он не хочет открывать. Поэтому всем пока.